Всем привет! Как вы уже догадались сначала, что сегодня наконец-таки будем доделывать теплицу, потому что уже скоро конец мая, а вторая теплица все еще не доделана, потому что очень много других дел. Ну, вроде пока еще погода позволяет, терпит еще доделывать теплицу, но все-таки надо это наконец-таки сделать уже поскорее. Кое-что уже готово. Сейчас я немножко позже покажу, как выглядит фундамент целиком уже, что там я доделал, как он отстоялся, и уже там даже некоторые элементы я наварил. Но изначально сейчас хочу поделиться одной новостью. Это то, что у меня появился один прибор, о котором я мечтал, или аппарат, о котором я мечтал еще с момента того, как я приобрел себе первый электродный сварочник, потому что тонкий металл, особенно миллиметровые трубы там и прочее, мне приходилось этим электродом заваривать. Очень было неудобно, и вот наконец у меня появился полуавтомат. Поэтому давайте сейчас вам быстренько посмотрим. Я его еще, честно, не включал в работу по той причине, что мне, кстати, я еще не думал, что полуавтомат — это полбеды, конечно, приобрести. А вот приобрести углекислотный баллон — это вообще еще то приключение было, потому что реально его нигде не было, его нигде нельзя было купить, нигде его, ни у кого его не было. Мы объездили все, и вот только по счастливой случайности получилось так, что мы его нашли у какого-то физического лица, там где-то в магазине женщина позвонила, где-то нашли, и в общем, наконец-таки у меня теперь все есть, чтобы можно было его запустить и посмотреть вообще, как разницу сравнить с тем, что как варится электродом и как варится полуавтомат. Вот он, этот полуавтомат. Это Redwerk MMA-160. У него потребляемая мощность 4,5 кВА. Ну и остальные характеристики потом рассмотрим, потому что я еще инструкцию не изучил. А без инструкции, наверное, это будет тяжело, потому что первый раз я сталкивался с полуавтоматом. Посмотрим, как у меня получится. Естественно, все, первый запуск будем делать именно по инструкции. Так, вот она, собственно, инструкция. Здесь два хомута. Наконечник запасной для миллиметровой проволоки. Но, к сожалению, у меня получилось купить только 0,8 мм, но я думаю, что она тоже подойдет. Металл там тонкий. В принципе, не смертельно, что тут будет 0,8. Да, как ни странно, и проволоку тоже было купить проблемой. Но, ладно, это не такая была серьезная проблема, как, конечно, с баллоном. Так, дальше у нас что здесь есть? Дальше это у нас кислородный шланг для углекислоты. Ну, достаточно, я думаю, будет на первое время. Конечно, лучше приобрести потом подлиннее, чтобы было удобнее, потому что баллон реально весит немало. Так, что здесь? Так. Дальше это сам аппарат. Так, а вот непосредственно сама горелка. Так, сейчас оценим длину. Ну да, наверное, все-таки я с такой длиной, мне хватит там от баллона расстояние. Проволоку, кстати, проволоку у меня тоже большая бобина, 5 килограмм, потому что этот аппарат поддерживает катушки до 5 килограмм. Так что давайте сейчас я его здесь соберу, потому что по техническим характеристикам, наверное, я лучше скажу, когда я сам им поработаю, вообще как чего. Пойму, за что отвечают все эти переключения, как это влияет на качество сварки, потому что сейчас, понятное дело, я не сварщик, и объяснить это вряд ли получится. В целом ничего сложного нет в сборке. Разберется любой, если будет правильно читать инструкцию. Лучше прочитать несколько раз и понять, чем сделать наобум и не так, и что-нибудь будет не работать. Поэтому, как видите, инструкцию я проштудировал внимательно, вдумчиво прочитал, поэтому в целом никаких проблем не возникло. Единственное, что лучше сначала все соединить, а потом уже втыкать в розетку, потому что мало ли куда вы можете ткнуть, когда будете соединять проволоку, что нажать, поэтому сначала все это собрали, а потом уже подсоединяйте к электрической сети. Так что в целом все собралось, все заработало. Теперь приступаем непосредственно к самому изготовлению теплицы. Здесь у меня уже кое-что было подготовлено, шаблон был подготовлен для одной из ферм, чтобы по нему можно было варить одинаковые, идентичные элементы, поэтому я просто сверху на этот шаблон все накладываю, отпиленные детали, там кое-где, если что, больше-меньше равняю до нужного размера и потом уже привариваю. И в итоге у меня получаются абсолютно одинаковые, ровные фермы. Одна повторяет другую, потому что это очень важно. Если они будут разные, то
при установке поликарбоната там возникнут дуги всякие, волны и прочее. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше, конечно, все делать по шаблону. Поначалу варить, конечно, непривычно по сравнению с электродной сваркой, но потом через несколько швов уже все становится на свои места и получается красиво и аккуратно. Ну, а теперь, собственно, переходим непосредственно к самому процессу. Здесь я уже буду без остановок, доварю до самого конца уже все. Это займет не один день, но тут у нас погода была одинаковая в эти два дня, поэтому будет казаться, что это все за раз, но на самом деле это два дня. Ну что, наконец-то я закончил варить, сварил все. Единственное, что у меня не было петель еще, и дверцы пока просто на струбцинах притянуты сюда. И, ну, как раз установлено для того, чтобы можно было привариться. Завтра съездим в райцентр, прикуплю петли, и все уже тогда доделаю, и можно будет приступать к покраске. Понятное дело, что в этот раз такую огромную махину я уже сделал быстрее. И тогда, я не знаю, неделю, наверное, варил. Сегодня я сварил ее за два дня. Ну, единственное, что это заслуга не только, конечно, моя, но плюс еще и нового аппарата, потому что полуавтоматом работа идет намного быстрее, ввиду того, что не надо постоянно обрывать шлак. То есть все, сразу варишь везде, варишь, все, нигде не надо стучать, электроды не заканчиваются, то есть постоянно. Это, естественно, экономит уйму времени. Так что два дня, и вот этот огромный каркас получилось собрать. Ну, понятное дело, что работал я с утра и до самого вечера уже. Разобрался я методом проб и ошибок с настройками. Здесь один раз это все восстанавливается и уже варится именно тот металл, который вы варите на одинаковых настройках и в зависимости от толщины. Здесь как таковой регулировки скорости подачи проволоки нет. Это на самом деле было минусом, потому что изначально я не мог никак настроиться, потому что либо обрывалась проволока, либо наоборот слишком жирный валик делала, что, конечно, было неудобно. Но на самом деле делается все просто. Берете один кусок металла, а в одной руке у вас держак, вы варите и постепенно крутите. На самом деле крутить надо очень медленно, потому что буквально нужный диапазон. Вот тут куча шариков, буквально пол шарика, уже пол деления, и уже немножко дуга сбивается. Поэтому четко все это восстанавливаете. Понятное дело, что силу тока сначала восстанавливаете для своей толщины, потому что если много выставите, то можно настроить, но постоянно будет прожоги. Если мало, то будет не провар. Поэтому сначала силу тока, потом уже напряжением устанавливаем дугу. На самом деле индуктивностью для моей проволоки, для моего металла я вообще не пользовался, потому что если ее выкрутить на максимум, дуга вообще не горит. На минимуме все отлично. То есть поэтому один раз выставил, как я в первый день, так больше эти настройки и не трогал, и все было отлично. Есть еще один нюанс, о котором я не знал. Лучше приобрести специальную
спрей брызгать горелку, потому что засирается, постоянно надо отбивать. Брызгает, налипает здесь на сопло и уже плохо варит, поэтому это периодически надо все счищать. Я посмотрел в интернете, понятное дело, там говорят, надо просто брызгать и уже тогда спокойно варить, без всякого вот этого отвлечения, потому что тоже отнимает время. Естественно, не так долго, как надо шлак и электроды менять, но все равно неприятно. Варишь-варишь там где-нибудь под потолком, и тут вдруг она забилась, приходится это все чистить. В общем, резюмируя все вышесказанное, на текущий момент аппаратом доволен, ничего с ним не случилось, сварил все, что можно только здесь сварил. Единственное, что потом хочу попробовать все-таки варить тонкий металл, именно автомобильный, плюс у меня у мотоблока там глушитель весь прогорел, хочу заварить глушитель, но это потом, и заодно проверю, как он справляется с тонким металлом, потому что здесь у меня настроено уже ток большой, ну, относительно, чтобы провар был хороший. Ну, на самом деле, методом пробы и ошибок, потому что к стандартному электродному сварочному аппарату я уже очень хорошо приловчился, качественно варю. К этому тоже надо было часа два, наверное, три. Я мучился с тем, чтобы это все научиться. Потом все пошло, потому что важно и соблюдать и угол горелки, и как ее приставить, и в углах по-другому надо варить, когда встыкуешь, потому что горелка не лезет, длинная проволока. В общем, там нюансов много, но все это приходит с опытом, и потом уже все идет как по маслу. Единственное, что плохо, конечно, в полуавтоматах, это вот это. Вот этот баллон весит, я не знаю сколько, наверное, килограмм 90, и таскать его, честно, еще то удовольствие. Конечно, лучше приобретать какой-нибудь баллон поменьше, но у нас не меняют, у нас меняют только такие баллоны на замену, а ездить в Тверь, конечно, не выход, поэтому пришлось приобрести его. Либо надо сразу брать длинный кислородный шланг, чтобы хватало везде. Вы поставили его один раз, и везде можно было залезть, потому что таскать его, особенно внутрь, через фундамент сюда его перетащил, ну чуть не лопнул там, пока его перетащишь. Очень неудобно, конечно, с таким большим баллоном. Ну а так, в целом, все удобно. Редуктор я купил самый дешевый, УР-6 мини. Именно для углекислоты, говорят, что для других, для смеси газа его лучше не использовать, а вот именно для углекислоты в самый раз. Ну и пока вроде нареканий никаких нет. На сегодня, наверное, все, потому что больше уже нечего показать, потому что будем красить и потом уже приделать поликарбонат. Надо это все сделать поскорее. Так что все, всем пока-пока.